Новогодняя ночь в Ненецком округе будет теплой, обещают синоптики. В течение всех праздничных дней погода будет благоприятствовать активному отдыху на свежем воздухе и прогулкам. Самый теплый день ожидается 31 декабря. Возможно, столбик термометра поднимется до плюс 1 градуса. Будет ли погода благосклонна к нарьинмарцам в последние дни уходящего года? В преддверии праздника этот вопрос задает себе добрая половина горожан. Синоптики Ненецкой гидрометстанции утверждают, в Нарьинмарье в целом по округу ожидается тепло. Завтра в Нарьинмарье еще ожидается облачность, прояснение погоды и такая же холодная. Ночью будет еще минус 18-20, днем 10-12 градусов. По округу тоже холодная погода, местами даже до минус 20 градусов. А вот в последний день уходящего года, 31 декабря, погоду на территории округа будет формировать область пониженного давления. Поэтому везде будет снег и в городе, и в округе. Ветер будет из западных направлений переменный, умеренный. Температура воздуха ожидается в этот день ночью минус 1, минус 6 градусов, а днем от минус 4 до плюс 1. В первые дни Нового года погода также будет снежной, правда, чуть холоднее. Ветер южных и юго-западных направлений порывами до 9-14 метров в секунду. Ожидается, что температура воздуха задержится на отметке от 4 до 9 градусов мороза ночью, днем от 1 до 6. Гидрометеорологи уверены, прогноз комфортный для активного времяпровождения. Но даже если природа внесет свои коррективы в планы синоптиков, главное – душевное спокойствие. От всей души поздравить своих земляков, жителей города Нарьинмара, округа с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем хочу пожелать счастья, здоровья, успехов и, конечно, хорошей погоды и в доме. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».